Отлично. Ну ты, короче, Шансунг, щитуй 15 человек вот эти вот. Первую, вторую, Да, пятую. я уже понял, РДДшников тупо рассчитываю. Где-то не сдох. И хилов. А пиявку как по этому, по аддону, как видно, А, дамажит? кстати, насчет маны. Хант кидает этот выстрел хантовский, который спаливает Он всем ману сжигает и нахер. хп, и ману, знаем. Там пиявка. Угу. Вот мне спалили ману нахер. Два раза. А чё звезду вы бьете? Там миликом вообще нельзя ее бить или что? Ну, она их замораживает, плюс дамажит. Можно так-то миликом. Ну так быстрее слить лучше будет, да? Ну, можно так. Да, давайте, милики, будете играть по этому, Зойл, как вы останешься на этом. На боссе. Дживса дал, если надо починиться. Что, минус один? Почему? Клыкач здесь, скорее всего, экономит банку. Нет, ты написал, и есть, что его заменить надо. У меня времени надо. Нету, рано вставать, сори. Сейчас, заберу. Я могу лока добавить. Ну я могу в этом набрать, Диме. Он онлайн или? Давай Диму сюда. Да, кстати, на туре. Я хотел, чтобы он меня заменил, правда. О, давайте наберем лимона, нахуй. Давай, Диму. Где он? А чё, он вышел, что ли? Какого лимона? Он на Роя. А какой лимон есть? Лимон Ливер. Ха-ха. Не, не будет его. У него что-то с монитором. Бля. Пизданул по нему, что печенька не упала. Я не знаю, у него что-то с компом, говорит, монитор потух. Да, врет он, как дышит. Че, милики будут босса бить, пока звезду убивают РТД? Нет, играете в звезду. Вас там она не должна шотнуть под прохилом. Соответственно, потом играете чисто все в босс. Ну, клыкач 6 лямов надамажил за весь бой, так что я не знаю, нам хватит ли нам. Нам некого больше взять. Дима, ну подожди, 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 сейчас возможно будет. Оп. Милишника на РДД. Ну, блять, это лучше, чем ничего. Ну, ну да. Че, самой? А че, он тебе ФПМ плюсовал, что ли? Не, я ему просто пати кинул, он был в пати, говорит, еще раз пати, то я кинул. Просто так делается на РТН. Сейчас, короче, сделал себе бутерброд с икрой и сомятин. Начал кусать, и у меня икра с боков посыпалась. Блин, так обидно. Блин, так. Окей, а почему невозможно убить босса, не убивая звезду? Не вытащил, что ли? Потому что босс на определенных процентах. Но я уже пачку сигарет не люблю. Будет усиливать этих своих помощников, и они убьют весь рейд. Угу. Я не знаю, как там усилить, там почитай путеводитель, я там долго читал. Потому что звезда, насколько я заметил, отхиливает босса. Ну, я пытаюсь сбивать касты, пока нету этого. Мы когда вот это
Я сидел на боссе, да, мы доводили его несколько раз до 67, ой, 47. У него потом опять было 49, так было раза 4, пока вы ее... Поэтому на звезду надо ставить танка, который умеет сбивать костры. А не Вайда. А, сильно этот, погоди, а чем она фигачит, как его, баба, жица, милишными атаками? Она, по-моему, какие-то молнии выпускает и по 10 к урону наносит. Там по-разному урон, максимум прилетало по 18. Бокрус, может, один... Бокруса поставить звезду, ну? Может, дадите мне сказать, нет? Бокрус, давай, садишься на звезду, соответственно, тянешь ее в звезду. Танкадру, садишься на босс. Сбиваешь, соответственно, Бокруса и все косты. Соответственно, хиловски. И книг выкачат. Там других нет. Миша, про тут? Да, ты в танке. А кого ты достигаешь? А, Вайда. Пей, спрот. Напуливаешь на меня этот череп. Череп. Жесткий напул. Соответственно. А, нет, Миша про, напулишь крест, эльры, череп. СС. Он в этом? Да. СС. Дай Виби, давай по карочке, задум по Маш. Лучше бы помогали. Да, у нее только один каст. Он на исцеление, он быстро кастится. Где-то 0.9. По тактике, смотри, как его, Миша. Череп, крест я веду сюда, соответственно, сливаем первый череп. Дальше сливаем крест. Далее. Звезда это жрица, она будет вот там вот, где меточка 3D-шная звезда. Соответственно, бежишь на звезду, сливаешь косты, которые хиловские на ней. Тебя будет морозить. То есть с этим аккуратно. Если тебя примораживает, ну, это должно все прохиливаться. Соответственно, будет вихрь. Вихрь такой синенький, он будет подкидывать. То есть от него этот, смещайся просто от босса чуть-чуть. Потом подбегай, обратно бей. Когда убьете всех, всех, соответственно, череп, крест, звезду, соответственно, играешь по боссу. Босс будет раз в 20 секунд кастовать каст огненный. Я не помню, как он там кастует. Соответственно, должен отбежать от босса. Где-то на расстоянии рейндж 10-12. А лучше 15. Слышишь, это жгучая огненная звезда, он, да, кастует, да, на милик? Да, да, да. Чек на готовность. Сначала даете мне этот поставить, соответственно, ребята на пул даем тоже. Отчет на пул. Геру. Так, Маша, БР, Шансунга. А мне мог висит. Бомжей. Три. Сальву. Фокус опрохил. Не выдерживает бокс. Ложим. Диван дал. В смысле? Не прохилил. Из желания, зачем ты двигаешься? Он выйдется там? Нахуй, зараза. Делай по ДК частицу, ничего, бывает. Не дру упал, а ДК упал. И Бокрус, смотри, начинает жестко продамаживать, прожимайся. Зеленку вешай, потому что она бьет магическим уроном. Свою прожимку ты можешь дать в любой момент, то есть
Как тебе надо будет поражаться? Бокрус, а там хоть один каст был, ты его сбил? Или не успел просто? Потому что по прерываниях ноль. А крест опасен чем-то? Крест ставит тотемы, когда убивается звезда. Ой, не звезда, а череп. Он и когда не убивается, череп ставит, так же там. Нет, я ни разу не видел, кстати. А если после черепа оставить только ШП на крест, а остальные РДД уже начнут звезду лить? Он может танка шотнуть. У него Виндфьюри идет по 70к. Да, сука. Давайте мне сразу сальву с пула, нахуй. Две, блядь. Так вот, наверное, потому что надо сначала дать поставить, а потом влиться. Ну так ты поставил, я влился, да. Ты этот, Бокрус, сразу, то есть, берешь, одну ЛП-ху дал, побежал сразу на изготовочку. Стой на РНЖ, то есть она загрится, ты перехватишь. А ты сейчас сагрил просто, она ушла на тебя, и он не успел тыкнуть в текстуру, он уперся. Ну а чё ты даю? Стой. Бомжи КД. Сколько? 4 минуты, это у АДК бомжи 4 минуты. Бокрус, у тебя бомжи КД? А, Бокрус танчит. Ну ничего, будем убивать без бомжей. Убивали же без бомжей. Будем бить без бомжей, потом дашь. Чек на готовность. Чё терять время? Вары на ХП крик не забудьте. Кричим, кричим. Хекс, лол, финка. Все готовы? Бокрус, готовься. Отчёт на пол. Отчет на пол, блядь, дается для того, чтобы этот забрать сначала босса, а не подойти туда. При слове атака. Веру. Да ну ебать. Где? Когда, наверное? Лопасос. По этому, по чулану. Чулан, по Мише Про. Прямо на слепачу. А Геры нету или чё? А у нас Шамаха чё у нас нет? Написала, нет. Одна минута. Да. Финку кто бэрить будет говорить? На карточка бэришь финку. Тотем. Карочка финку будет. Три. Спрашивает за Геру, когда давай. Давай. Ну, спрашивает. Не получ. Шаманка. Гера никогда. 10 секунд, Гера. Так, все, или вы... Ложитесь. Вот и посмешили. Давайте диваны на холодильник. Диван, ты взял кому-то диван, если нет. Подумайте. А, он не войдется. Ух, хреновый был, блин. Я даже ход не пропил. Сейчас и Гера будет, и бичи. А чё тебе войд этот? По ДПС такой? Ты, по идее, должен меня передамажить.
должен. Мой должен, я всем прощаю, да, вы? Не-не-не-не-не. У меня один бич в рейдис. Чё? Чё бич в рейдис? Иди отсюда. Пан, слышь, а тут дел через вихрь клинков не будет лучше, Армс? Да, это да. Что? А как у вас кто? Кто кого хилит? Я не понимаю. Я сейчас занят. Иди отсюда. Я сейчас занят. Ну, Шансун. Надо закончить. Куда? Шо? Так, про ты тут? Ну, вопрос ты тут? Тут, да? Да. У меня свет пропал. Пожалуйста, вас по голосу. Давай, заходи быстрее. Да, ну, я не гарантирую. Он у меня, если пропадает, то по три раза подряд. Так что... Чего у тебя? КПВ стоит? Кто хер его знает. Чего у тебя? Свет пропал, как я только готовность подтвердил. На секунду. А на него бэр сливали, не? Нет. Сколько по ДСС? Что тут непонятного, когда все говорят? Если чё, у меня вкачано рассечение на 3 единицы. Оно дамажит больше, чем у Даргероя. Набирает меньше агра в солото. Да, нормально дамажит. А ты откуда хилишь? Пал. На шкаф тыкните. Плюс это же самое время, он такой же дамаг носит, как бы, блядь, мог удар героя внести во вторую. Нет, удар героя больше уносит, но... Ну, здесь... в две цели, считай, эти два босса, нахуй, не трэш. Там Маша за ним следит, коли пал. А коли пал, если за ним следит, то за кем? За двумя танками кто следит? За двумя танками следит... За Боклосом и там кадру, это Холи Пал. Еще и без бурса, без Геры были вначале. Так что все пофиг. Сколько там у вас до Геры КД? Нету КД. Только на БР есть. 5 на готовность. СС еще. СС раздается. 3 минуты КД. Интеллект баф не трубай. Кстати, фулл рыбак. По престу, по крайней мере. Крест ваша по престам. Как вы руки напуливаете? Кого хотите или как там? Два моба эти. Эльрей напуливает череп.
Миша Про напуливает крест. С черепа на этот появляется еще один моб. Его желательно тоже, наверное, напулить, он же сразу появляется. Ты видишь третьего напульщика? Можно подождать, пока он появится. Нас не любят ждать люди. Сорвут просто босса. Там бичи потанчат его вначале. Чек на готовность еще раз. Пан Финка. Так, все готовы? Отчет на пол. Стража к бою! У нас гость! Геру. Бомжей. Карочка Бейрхи, к слову. Сальву. Бок засыпал. Не, это бред. Спекайся, танк. И давай ты будешь звезду танчить, а танка друг будет босс. Не убегайте, вы сейчас заявейдите, у вас не будет Геры. Дали там по кому-нибудь диван и все. Ну зато мы быстрее убиваем их с Файдом. Но, блядь. Ну сейчас, если вы не убьете, как бы... Финки на работу. А почему Бокрус падает? Он же ж мощнее, чем я, танкодру, типа. Но я там как-то держал. Тебе хп более. 4 секунды, влетело 60 тысяч урона. Тём, если хочешь, я могу зайти за Диму. Ну, еще трек одного СДД, но вы... Девайтесь, Финка, давай еще один трек. Можешь? Или нет? Финка. Тут нет. Бокрус, а зачем? А. Понятно. Ну-ка, спекнись танка, покажи мне спек. За него пушка не зачарена даже в танк. Не может. С гранью бегаем. Слышишь? Че, вы добирать будете или че? Бокрус тут. Походу пришло время, блять, на хилов апать себе третью кату, да, нахуй или чё? Зоил, давай в этом. Хули присед. Шкаф ставьте. О, умора, эй. Ты сказал, да, что на одного босса? Надо производить добор в гильдию. У нас добора нету. У нас нету хилов. Тех, которые нужны. Короче, я не знаю, какой у Бокруса был танкоспек, но он себя не хилил вообще. Удар смерти не дал, что ли? Ну, или я далеко был от него, он не фиксировал. У меня времени еще на один трай. Рога. Кто? Элрейд. Час трай.
Да, понятное дело, что забирать надо, так и нет их. Здорово. Здрасте, здрасте. Че, последний трай? Слушай, смотри, у нас один трай будет. Ну что, у многих будет, вот, некоторые будут уходить по тактике. Ты знаешь что или нет? Не, брат, ну я не знаю, как вы бьете. Как вообще знаю, но расскажи, как вы убиваете. Череп и звезду. Потом босс. Череп. Ну, охотник, охотник, шаман, потом босс. Угу. Все, а танк, да, череп вижу. Череп, танчу я, соответственно, паладином. С крестом. Подожди, не вижу, не вижу, куда крестик ставишь. Череп с крестом держится в одной точке. А, даже так, все, понял. Тебе надо знать, какая метка на боссе и все. Ну, бьем череп, крест, звезду. Да, хорошо. Фулба вдали, сопрот есть? Ты мое предложение Мора услышал. Войд на боссе, да, будет, да. Я на звезде. Я, давай посоветуйся, просто здесь не только, ну, как бы не я все решаю, я посоветуюсь и дам тебе знать. Okay. Этот, как его? Нет, ты на боссе, Войд на звезде, чтобы косты затыкать. Сопрот там у кого меньше, меньше 5, то есть меньше 10 минут, обмен кинули. 3 только. Мора, если тебе тоже нужен, то кидай мне. Не, не, у меня есть. Все зависли. Нет. Угу. Я понял. Танка дрона босса поставил, да? Да. Соответственно, все играют сначала череп, потом крест, потом этот звезда. Че, кому-то надо? Рыбу ты ставил? Рыбу поставил. Чинки сумон же. Шкаф. А, там стоит. Стоит еще. Че, кому-то нужны сопроты? Мин кидаем. Попробуй один бой без сопрота. Хотя. Дай мне где-то. Да, обмен кинь, если ты будешь без сопрота. Да, я посмотрю во время боя, если что лучше. Даже так. Ну, я не пожалею своих личных запасов. Че, Зоил, тут? Да. Том пришел, не? Да, он все отлично. Чек на готовность, давайте. А, так, по эсэсам. Виби, давай на... Лопососа, задум, на Яке, у Мора давай на карочку. Виби Ю кидал, Виби Ю кидал, написал в чат. Стоять. Задум, тогда по лопососу дай. Я на карочку давал, ой, точнее на Юке, на Машу. Все понятно. Молодцы. Ладно, так, ладно, херня, война, главное маневры. Давал ты мне... Чек на готовность. Пан, лопосос. Этот вот. Умора, сразу не вливайся, дай поставить танку. Так, все готовы? Отчет на пол.
Давай бомжей. Геру дали. Оба ТКшника бомжей. От вихря отходим. Ой, давай прожимку. Айбис. О, посос, дай в БР. Ой, стирал. Пробав Оливара. Тотем. Темы посливайте, пожалуйста. Шансон геймер, пожалуйста. Мама, ну, посос, дай. Нету, да? Так, Маша, БР, турбойс. Тотем. Реос. Реос ничего не пропал. Отлично, Паша ману играем. Помага ребаф. Флипал геймер закиньте. Дам геймер. Давай. Дайте вам каску. Уже. Тотемы. Шп тотемы сидим. Вам надо дать только одну чуму. Так, Джованни, садишься, да, Джос, садишься на босса и сбиваешь все тотемы чумой. После убийства креста, соответственно. Да на ману кому-то петь одному. Хекс лол на ману. Отлично, по звезде все. Че, Вайт, косты сбиваются? Дал прожимку. Мне. Профильте меня, три. Дал прожимку. Войт, есть прожимка? Да. Прожимку давай. И меня захильте, пожалуйста. Так, кого нету Бэра? Карочка, БР, Зойла после. Ну прочитайте гимн на ХП, что вы стоите просто так? Хекс, лол, гимн на ХП, быстро. Карочка, БР, Зойла. Друиды хоть ход эти миликов, я не знаю, что они... Я не знаю, ко мне долго захил мне ХП. Не хилит никто вообще. Курим ходим. Видишь ты тут. Прохиливайте. Читайте. Жесткий хп. Царь на ХП. От вихря отойдите на ХП. Блять. Так, Зойл есть на ХП, давай на ХП. Давал. Джованни, подойди ко всем, дай на ХП. Тотем, 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 тотем. 5 Зойл умер. Танкадру, сейчас босса схвачу, БР Зойла. БР не только тогда, когда он после дуб. Сейчас. БР быстрее. Звезду убей. Тотем. По печеньке играем. Осторожно, милики. Подождите каст. Подождите каст. Каст, ждите, милишники. Ману надо спеть. Шансунг есть на ману? Да. Отошли.
10 секунд есть. Это хватает. ТТМ! ТТМ, да. Быстро ТТМ! Могу взять босса или ты возьмешь, и танкадру даст кому-то иннер, если что. Уже. А, да, давай, а по холи-палу. По холи-палу, давай, я взял босса. Только отойди сначала. А где каски? Фласки на ДДР, ДДР. Отошли. Не сдохните тут. ТТМ. Быстро ТТМ. Чё на ману пойти? 5 минут есть. Отошли. Сказал, отошли. Отошли. Милики, не сдохните на этой. У кого есть иннер, шансон, Зоил, залейте кто. Есть гимноман. ТТМ, гимноману давай. ТТМ убили. Отошли. Была заморозка уже? Да, да. Фласки на ДД. Дайте Геру. Гера 4 минуты. У меня есть. У всех. Кто-то сдыхал, ТТМ. ТТМ. Стука. Вот. Если пошли. Не успевают отбегать, да, давай. Сколько доберся? 4 минуты. 4 минуты. ЛРА это сложно. Что именно? Сложным выпадом. А, окей. Ну, в смысле, так, хорошо. ТТМ. Сейчас прожимаем, нет? Блядь. Стакай раскола. Ага. ТТМ. Или ты не можешь? Два стак. Отошли. Хорошо дал. Пять есть. Гимны на ману есть у кого-то? Сейчас нет, читать буду, 3 секунды. Отошли. Зоил читает. Был каст, что ли? Сейчас будет. Уж сказал отобить. Твой тоже бей. Хоть какой-то урон. Надо было фласки пить. На ДДР, ДДР, на ДДР. Я пул флас. ТТМ. Пошли. Нормально, успеваем. Не, пока ждите касту. Ушли. Здесь прямо 2 минуты. Должны успеть. Уходим быстрее. ТТМ. Пошли. Вы еще на профи, вам этот ДЦ нужен? Нет. А, мы на профи. Уходи, пожалуйста. ТТМ. ТТМ. Нужна для ШВ. Добивайте. Красавчики. Это только виноват. Только ливнул сразу. Нам надо с гимнами так, чтобы два раза дать. Иначе хилы половина стоит, двое без маны постоянно стоят. Потом уже. Можно Джованни отдать, у него уже там вторая, да, есть. Она ему также на пристане нужна, как и мне. У него ног нету. Давайте про варов вспомним. Есть вары, наверное, у нас. Да? Нет, надо просто вспомнить. Друиду. Есть либо 4 возможности собрать сразу, либо 2 на Джованни. Выбирайте сами. Ну, хоррол дадим. Кто вырвет, тот и забирает. Не без разницы. Штаны.
У царя просто нонсет 25 хм дух, а у Джованни нет. Бокрусу я вообще не советую давать. Джованни, он не будет ноги менять. Ну тоже ноги нонсет, как у меня. Дайте друлю. А у него тоже ноги. Смотрим. Такая. Джайну, ой, Вайшу мы не быстро убьем. Если ты задонатишь голову, окей. Типа тебе нету смысла это брать. Ноги. Джованни, что ты будешь донатить? Голову или что? Он будет голову донатить. Ты что будешь донатить? Я мне тело одно осталось, и все, по идее. То есть башка у тебя есть, да? Ну, у меня 4, у меня 3 шмотки. Три шмотки. Да, четвертый. Ну, разница. А Джованни, давай ты Джованни. А, если ты будешь грудак, то этот, как его, донатить? Ну, посос, а ты что ты не, этот не ролил? А давай Джованни тогда. Вы же там думаете, мне пофигу. Если вы хотите мне отдать 2 шмотки сразу, я прям сейчас куплю все воронки и все сделаю, если вы хотите. Если вы хотите дать Джованни, чтобы он там все сделал, давайте Джованни. Мне пофигу, как решите. У меня есть возможность в голде купить вот эти 6 воронок сраных и осветить. Тут один токен. Мне нужна сразу вторая шмотка. Ну вот, вот. Мне толку от одной. Один разбойник шаман вроде. Откуда ты вторую возьмешь? Я вам говорю, следующего рейда. С следующего рейда возьмешь вторую перчатки, все. Порешали нахуй. Ну так, я кто первый получил? Альбу. А первый не падал, да? Давай, забирай Тёму. Одеваем ДТшников. Так, значит, следующее идет Медвею. Такая же. Ботинки. Ботинки бисовые точнее. Ну там как раз вот записывает, что у кого как и кому что отдать. Я не завтра выбиваю плечи, я себе сразу беру тело. Это... Так, умора не нужно. Сейчас я тебе отдам. Все, всем спасибо за рейд. Удачи вам там дальше. Умора, ну ты понял, короче, если что. Да, я тебя услышал. Виби. В смысле, Виби? Ребята, расскажу вам одну вещь. Тут саппроты нахуй не нужны. Ну, я без саппрота бил. Я по прибору первый на ступне. Вижу. Все, удачи. Мы ДПС теряем на этот саппрот. Максимум танком, и то не факт. Ребята, успокойтесь. 4 токена забрали на гильдию. Все нормально, все хорошо. Райдовер. Возможно, и целка будем закрывать тебе быстрее. Я не могу найти кто его. Так, где Холипал? Вышел? Нет? Иди сюда. А нет, что, нет, наши все поливали? Вам типа не надо, да? Дал ранее. Сейчас. Сейчас я ТП-шнусь, дай мне обмен. То что хочешь. А, у нас один анролл был, правда? Я не стал анролить. А, боешка, кстати. Боешку я дам в этот Холи Палу за помощь. Окей. Ага. Так, скиньте кто-то от хила с поглощением. Сейчас скину. Тебе в рейде или гильде? Топ пих, пофиг. Рейда можно ливать или ЕП там будет? ЕП сейчас я начислю. Так, кто там из наших покидал? Я уже вышел, попросил начислить. Грей, ага, все хорошо. Так, чем мы? Сейчас убийство. Надо руки Медвею и Джованни руки в следующем ЗС. Андрей. Ну, я. Что руки надо Медвею? Руки не надо, там в бисе все равно идут перчатки с этого. Но если будет что-то меняться, разве что перчатки берутся ради меткости. Это так. Еще надо питать. Погоди, как его? Сколько мы начислим? 3? Или сколько? Ты как первое убийство, 2 босса убили, 3 косаря, как и у Оки. Ну да. Уже будет меньше. Да, без проблем.
Так, где? У нас есть на все три разные токена люди, которые будут в следующий раз забирать, уже известно. ИП массово, УЗС. То есть вот и консул лут пригодился нам. Три. Ну, консул лут лучшая система. 3000. Согласен. Так. Клокачу минус полторы. Все, можете ливать. Клокач минус полторы. Минус полторы.